Всем привет! Сегодня 3 июля, Пензенская область. Вот у нас вот такая вот погода, очень жарко. Сейчас 7 утра и начинаю я обзор огорода под кудахтанье соседских кур. Днем невозможно снимать, потому что перегревается телефон и все время что-то гудит где-то. Постоянно косят траву. Вот. Ну, начинаем. Здесь у меня фасоль с кукурузой растет. Вот там капусту так понавтыкала оставшуюся. Мы уже один раз пропалывали, но вот опять все заросло. Здесь у меня цветник. Растут цветы. Там у меня малина. Малина не поливалась, поэтому старые кусты сохнут. Ну вот, сейчас потихоньку поливаю. Целый день хожу. Вот вчера целый день ходила, поливала. Это гортензия. Там смородина. Белая смородина. У нас есть урожай. Вот, наверное, сегодня будем собирать. Вот, а черной смородины я собрала всего стаканчик. Здесь у меня тыква. Я делала большую такую высокую грядку. Внизу у меня навоз. И сверху я немножко насыпала земли и посадила тыкву. Здесь у меня тоже цветник. Вот такие цветы. Я их постоянно снимаю, постоянно показываю. Здесь лилейник вот так хорошо распустился. Здесь у меня растут барбарисы. Посадила петунии я грядку. Вот так они хорошо растут. Здесь, значит, клубника уже отошла. Ревень. Вот такой большой кустик вырос. Клубничка там еще есть. Так, заходим в огород. Немножко рвем, кушаем. А так я наварила варенье. Вот розы здесь у меня. У меня вон там вон черника, два кустика. Вот, в общем... Здесь капуста цветная. Здесь у меня слава. Вот уже завязывается вот такой большой вилок. И что-то у меня плохо растут баклажаны. Вот некоторые кустики хорошие, нормально, а некоторые вот такие вот. И что с ними, я не знаю. Здесь у меня, значит, перец. Вот так вот растет. И баклажаны. Вот, во-первых, колорадский жук сожрал. Вот. И во-вторых, не знаю, что я уже и микоризу добавляла. Вот, плохо растут и все. Вчера вот целый день ходила, поливала. Такая жара ужасная. Вон у соседки там вон даже трава вся выгорела. Вот, здесь, значит, лук вот такой, но здесь красный сорт, он почти весь пошел в стрелку. Мы вот его выдергиваем, кушаем. Вот, там вот белый лук. С этой стороны белый лук, вроде бы ничего, вот стрелки почти нет. А здесь желтый лук у меня, два сорта. Вот так вот растет. Накрывала я сеткой, так и не убрала, так и сидят под сеткой. Выкопала я тюльпаны, посадила на это место астры. Здесь, значит, я посадила свеклу и накрыла сеткой, потому что кошки лазают и роют. Помидоры. Помидоры, значит, вот уже... Томаты, вернее, дали помидорчики, вот урожай. Значит, теплицы мы уже их кушаем. Помидор много. Краснеют. Мы уже 2 дня их рвали. Вчера и позавчера делали салатик, кушали. Вот здесь, значит, я их 2 раза прыскала. У меня белокрылка завелась. И вот этот кусочек я так листья и не обрезала. Наверное, сегодня займусь. А так помидор прям вот много. Вот прям. Это в теплице. А вот на улице
из-за того, что май был холодный. И вот смотрите, это один и тот же сорт. Но он у меня в теплице стоял в горшках. И здесь намного меньше. Есть, конечно, помидорки. Ну, вот этот кустик хороший, вот этот хороший. Ну, вот, а здесь, смотрите, вот это только кисточка и все. Вот. Ну, в общем, на улице намного меньше урожай, потому что был высажен поздно. Вернее, я его высадила, томат. Потом обратно, когда снег пошел, я его обратно в горшки поставила в теплицу. И пока тепло не стало, я его, эти рассаду я не высаживала.